Жители городского шоссе утверждают, что рынок «Кольцо» незаконно использует их улицу в качестве подъезда. Официальный заезд, по их словам, со стороны Ялтинской трассы. Грузовой транспорт, идущий под окнами к рынку, создает массу неудобств. Главное, они здесь. Я спокойно со своего двора, вот вы смотрите, да? Спокойно со своего двора я выйти вообще не могу. Моя жизнь постоянно подвергается опасности, понимаете? Честно говоря, меня уже два раза чуть машина не задавила, уже было такое. Но хоть я куда и не жаловалась, толку никакого от этого не было. Разобраться с вопросом законности въезда на рынок много лет назад обещали еще руководители украинской администрации Сергей Куницын и Ольга Кавитиди. Но все их действия закончились на бумаге. Машины продолжали разбивать дорогу и пугать пешеходов. Кроме грузовиков, едут и покупатели. Забивает вот этот подъезд к нам, не пройти, не проехать. И даже идти, опасаясь, что тебя не зацепят по дороге. Потом эта дорога, не дорога, а подъезд. Лужи стоят, разбиты, ямы, колдобины. Люди идут и... могут угодить под колеса, нога подвернется, и что здесь и бывало, что машины цепляли людей. Администрацию рынка «Кольцо» нам удалось уговорить прояснить ситуацию. Руководители пришли с группой поддержки, тоже жителями улицы Городское шоссе. По словам этих жителей, предприниматели хотят помочь гражданам обустроить улицу. Мы, в принципе, благодарны людям, которые нам помогают и хотят благоустроить. И мне очень жаль, что находятся те, которые мешают этому сделать. Не каждый может благоустроить даже свой маленький уголок. Квартиру, комнату или частный дом. Но находятся люди, которые берутся за большее, которые строят не только свою жизнь, но и готовы помогать дальше. Управляющий рынком «Кольцо» заверил, что по мере сил разбитую дорогу подсыпают гравием. Но это мера временная. У нас идет реконструкция, будет делаться реконструкция еще рынка. В принципе, мы собираемся и запланировано у нас произвести здесь асфальтные работы за свой счет. По утверждению управляющего, дорогу начнут чинить весной. Однако будут сложности с тротуарами. Палисадники и пристройки кое-где занимают пешеходную часть. По информации, полученной нами из сторонних источников, рынок не включен в общегородскую схему и не имеет землеотвода. Проверить это не удалось. Схему нам показали, но начальник главного управления потребительских рынков города Эдуард Петров пока не нашел времени подтвердить ее достоверность. Елена Анисимова, Дмитрий Лелека, Виталий Козловский, Севинформбюро.